И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю снимать для вас ролики по арку. И сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как же все-таки пропускать миссии. Точнее, стоит сразу уточнить, миссии на Генезисе 1 можно пропустить на локалке. Не, возможно, на серверах тоже можно как-то пропустить что-то где-то как-то. Но это касается локалки. К примеру, вот, миссия называется «Рыбалка на болоте». «Рыбалка на болоте» у меня не пройдена. Вот на альфа. Бетка тоже была не пройдена, но там был неудачный дубль. Кстати, вот дали за него приз. Короче, говно приз. Вот, «Рыбалка на болоте» альфа у меня не пройдена. Берем миссию альфа, нажимаем, то есть вызываем консоль, вводим вот такой текст, текст сейчас на экране, также данные, то есть это можно Ctrl-C сделать, Ctrl-V в игре это вставляется, то есть не обязательно прописываться, все вручную, и жмем Enter. Игра вылетает, появляется ошибка, точнее не вылетает, игра зависает. Нажимаем ОК. И нам дают приз. То есть появляется окошечко с ошибкой. И нам дают приз. Нам дают приз. Миссия сразу же автоматом становится пройденной. Прокручиваем. Вот она. Рыбалка на болоте у меня пройдена. И все, то есть у нас имеется приз, который нам дают. Дают шестигранники. И дают этим... То есть дают пройденный этап. Вот так легко можно пройти эту миссию. Опять-таки же это на 22 год. Сейчас что у нас? Май 22 года. То есть на вот этот период это можно сделать, потому что в 2020 году была одна миссия, точнее одна команда, потом в 2021 году я почитал, там появилась вот эта команда, сейчас она работает. Не знаю, может на Генезисе 2 она также работает, проверяйте, кто вам запрещает, но на Генезисе 1, на локалке, подчеркну, это все работает. Очень даже удобно. Заметки. На заметке это не работает, потому что заметки, точнее, глюки ты взять не можешь. Их ищите сами. Ну, если что, есть мод для заметок. То есть он ищет заметки везде. Но в чем загвоздка? То есть, чтобы найти заметки, точнее, выключать ненужные заметки, нужно закидывать через этот мод их в игнор. То есть подходишь на точку, где это, кидаешь их в игнор, и она у тебя исчезает с карты. Вот здесь у меня все зачищено, и соответственно здесь они у меня вулканический и океанический биом, у меня все пройдено. Вот как-то так. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.